Вкусные скидки. Всем привет! Весна – время смены гардероба. И если оказалось, что ваша сезонная обувь вышла из строя или просто хочется чего-то новенького, сейчас самое время приобрести демисезонные сапоги. Многие фирмы на сайтах предлагают привлекательные скидки на женскую обувь, в том числе и выполненную из натуральной кожи. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! На сайте «Планета обуви» кожаные сапоги «Аскалини» синего цвета на небольшом квадратном каблучке сейчас можно купить с огромной скидкой в 77% за 3600 рублей вместо почти 16 тысяч. Красивый дизайн этих демисезонных сапог привлечет внимание и заставит полюбить элегантный стиль. Модель выполнена из натуральной кожи и дополнена удобной застежкой молнии с внутренней стороны. Средней высоты каблук и подкладка из мягкой байки обеспечат комфорт в течение всего дня. Будьте внимательны, в наличии не все размеры. На сайте La Moda сапоги Ralph Ringer черного цвета сейчас можно приобрести с 50% скидкой за 3750 рублей. Элегантные сапоги из натуральной кожи без каблука сзади украшены замшевыми вставками, а на щиколотке ремешками с замочками. На сайте Bonprix классические сапоги на каблуке сейчас можно купить со скидкой за 3690 рублей. В наличии черный, белый и цвет бордо. Сапоги выполнены из искусственной кожи. Голенище присборено, носок круглый. Есть весь размерный ряд. На сайте Eiriklos весенняя распродажа. Женские сапоги серого цвета можно приобрести за 2639 рублей. Сапоги выполнены из искусственной кожи, длина до колен на молнии. Оригинальный слегка скошенный каблук, носы острые. Самое выгодное предложение на сайте Reserved, там демисезонные сапоги сейчас предлагают с 50% скидкой за 1999 рублей. Обувь выполнена из искусственной кожи черного цвета с 9-сантиметровым каблуком-шпилькой. Прежде чем совершить покупку обуви, нужно обратить внимание на несколько моментов. Подкладка из кожи или замши предпочтительнее для весенней обуви. Она удерживает тепло и обладает отличной воздухопроводностью. Для снижения стоимости изготовитель может выбрать текстильную подкладку вместо кожаной. Загляните внутрь сапога. На фабричном изделии должна стоять специальная маркировка. Стелька в качественной обуви лежит плотно и не смещается при малейшем прикосновении. К вечеру ноги немного отекают и увеличиваются в размере, поэтому идти в обувной магазин лучше во второй половине дня. Если сапоги слегка жмут, не стоит рассчитывать, что они разносятся. Растягивается только нелакированная обувь из натуральной кожи хорошей выделки. Наденьте сразу оба сапога и походите в них по магазину некоторое время. Если неудобно сейчас, потом будет еще хуже. Сапоги должны легко сниматься и надеваться, чтобы в помещении можно было быстро переобуться. Проверьте, есть ли супинатор. В качественной обуви всегда присутствует подушечка в районе свода стопы. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.